Приветствую, друзья! С вами репетитор и коуч Дмитрий. В этом относительно небольшом урочке я хочу познакомить вас с тестом CellPip. Я, дай бог, скоро сниму такое общее видео, обзор теста CellPip. А сейчас просто вот захотелось мне, раз захотелось, надо делать, немножечко вместе с вами поделать CellPip Reading. В двух словах, CellPip, такое интересное слово, PIP на английском тоже есть, это и... косточки от этих не апельсинчиков, ну в таком духе, да, если так не вслушивать, CellPip, что это за лушпайка косточка, да, сейчас я вам напишу. CellPip, такое загадочное название, смотрите, это Canadian English Language, ну это понятно, да, это не тяжело ассоциировать. Cell, значит Canadian English Language, так, а теперь PIP. PIP наш это proficiency. Это, ну, в принципе, тоже понятно, сейчас обсудим. Index. Ох ты, юная. Index program. Смотрите. Canadian English Language Proficiency. Если даже перевести, такие длинные наборы существительноватые, скажем так, номинально, они переводятся задом наперед в основном, да? То программа, ну давайте скажем так, программа определения уровня, вот этот индекс, ну не будем же мы говорить индекса, программа определения уровня владения, в общем, канадским английским языком. Если вы смотрите это видео, значит, или вам просто стало интересно, что это я за чудо такое откопал природы, да, или вам его предстоит сдавать. Я познакомился с ним, я давно узнал о нем, просто... На фоне Duolingo, IELTS, TOEFL, это довольно редкий тест. Его сдают в основном те, кто хотят получить гражданство или всякие там виды на жительство и всякие эти программы в Канаде. Вряд ли, чтобы если вы хотели учиться на английском университете в городе Токио, чтобы вас заставили сдавать тест CellPip. Конечно, извратиться они могут эти колледжи как угодно, но вряд ли. Так что CellPip это наш тест для эмиграции в Канаду. Он состоит из четырех мирных частей. Я расскажу вам об этом в общем видео, но буквально парочку слов, то есть расслабьтесь, не надо ничего всматриваться, не послушайте, и вы уже будете знать больше про CellPip, чем 99% населения планеты Земля. Он добрый, этот CellPip, в принципе, напоминает абсолютно IELTS и TOEFL. У нас есть Reading, Listening, Speaking, Writing. Тест сдается на компьютере в тест-центре, но проверяется людьми. Естественно, что ваши Reading и Listening, так как у нас будут вот здесь вот такого типа multiple choice, есть шаблон определенный, их проверяют, я не знаю точно, садится ли туда проверяющий проверять или компьютерная программа, бог его знает. Ну, это определяется за полсекунды, потому что сравниваются просто правильные ответы с вашими ответами. А вот speaking and writing оценивают люди, в отличие от Duolingo, и причем куча народу. Не будем сейчас там вдаваться в дебри, но в общем, чтобы было объективно все, то каждое ваше творение, письменное или устное, проверяет как минимум два тех же raters или graders, они же, если вдруг они, у них разногласия, да, то тогда третий, четвертый, ну и так далее. То есть все очень серьезно. Вообще-то первым в CellPip, если я правильно понимаю, идет listening, аудирование, но у меня как открылось вот оно reading. Первое, пускай начнем мы с вами с reading. Какая разница? Reading приблизительно 55 минут, включая 4 основных части. На официальном сайте CellPip, где мы сейчас с вами находимся, можно бесплатно пройти 2 теста. Я их открыл, я не думаю, что я сильно нарушаю авторские права. В конечном итоге я пропагандирую свет доброго, мудрого, вечного теста CellPip на планету, поэтому это изливаю, поэтому я не думаю, чтобы они сильно обиделись. Безусловно, тесты практически, ну как, бесплатные, настоящие, которые на официальных сайтах, они всегда немножечко, как и у Duolingo, ну я не знаю, как насчет IELTS, да и у IELTS тоже, на, скажем, 5%, 6-7, они легче, чем те, которые вам попадутся на реальном тесте. Материалов по CellPip в мире, ну практически, надо поискать, но пока что очень мало, в отличие от Duolingo, есть пару гениальных платформ, там, где люди, энтузиасты, копируют эти задания настоящие, выкладывают здесь. Во-первых, он реже сдается, ну, его меньшее количество людей сдает, это CellPip. И так вот, чтобы мы зашли на какой-то сайт, и там была куча реальных
скоммунизденных, то есть украденных заданий с официальных тестов, такого не будет. То есть здесь материалов очень-очень мало. И каждый материал, хоть даже и такой официально, это он на вес золота. Итак, начинаем. Мы сейчас с вами сделаем два заданица вместе, естественно, из чтения. Смотрите, первое вообще микроскопическое. Я, честно говоря, ну это не, наверное, для разминки, для разогрева. Представим, прошло у вас уже аудирование, да? Вот у вас началось чтение, приблизительно 55 минут оно будет длиться, 4 части. Вот, вот этот маленький такой, не аппендикс, а вступление, я не знаю, к чему они это его, конечно. Потому что я сейчас покажу вам потом следующий, там уже будет нормальный текст, нормальный имейл длинный, который нам нужно там 8 или 9 или 11 даже вопросиков ответить, это понятно. А вот этот вот приросток, я не знаю, к чему они это, ну, наверное, чтобы мы с вами размялись. Принцип тут будет один и тот же, слева текст, справа вопросики. Тут то, что British Columbia, не обращайте внимания, это, видимо, этот кэш заполнился, и вот он не хочет очищаться. Может тут British Columbia, может не British Columbia, сейчас мы с вами решим. Итак, читаем. Придется мне вслух читать, бормотать, но что делать? Мы не знаем ваш уровень английского, поэтому это раз. Во-вторых, что у нас будет? Молчание все видео. И совместно с вами решаем, чего мы тут натычим. В принципе, я считаю, из того, что я вник в этот CLPIP, ничего, ну как, ну такого ничего. Да, максимальный балл 12, запомните, то есть... Внизу там идет 5, 4, 3, а потом-то буковка, я уже не помню, какая буковка, главное, не циферка, а буковка, которая означает, в общем, что вам надо сидеть дома и кричать «занято», то есть пока английский сдавать вообще не нужно. Естественно, большинство кандидатов метят на либо 9 и выше, либо 5. Почему 5? Там для каких-то программ по иммиграции, если вы собираетесь коровам крутить хвосты, значит вам там достаточно 5. Если вы собираетесь чего-то нормального там делать, то тогда нужно 9 и больше. 9 из 12, давайте сделаем приблизительно с вами такую корреляцию, это по IELTS приблизительно как 7 из 9, да? Ну в таком духе. 6,5, 7, ну в таком духе. По Duolingo, наверное, 120, ну вот так вот. Поэтому изначально, конечно, давайте с вами целиться на что-то хорошее, типа 9, 10 из 12. Если вы сдадите на 11-12 из 12, то вам поставят памятник прижизненно, из бронзы, нерукотворный, и будете радоваться. Но это не так просто. Ну что, поехали, читаем это чудо. Да, видите, сколько нюансов, я хочу вам все рассказать, чтобы они утверждают, что уровень языка в каждом текстике по ходу секции повышается. То есть, вот по идее, вот это должно быть самое простое. Ну и слава богу. Я вот смотрю, тут вижу географию, мне уже тошнит. Я-то географию очень люблю, но когда втиснута, вот конденсирована сюда информация, сдается, кто где что находится, кто кого умывает и так далее, это реально действует на нервы, когда ты на тесте сидишь, и ты и так нервничаешь, еще тебе нужно тут всматриваться, кто кого умывает. Ну, ладно, поехали. Canada is surrounded on three sides by oceans. To the north, the Arctic Ocean borders Yukon, Northwest Territories and Nunavut. Да, у меня что-то глазки устали сегодня, я не могу смотреться. А если увеличу этот, то у нас не будет влазить с вами, вмещаться в экран. Off the west coast of British Columbia, Columbia is the Pacific Ocean. The Atlantic Ocean, meanwhile, sits to the east of Canada's maritime provinces, which include Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island. Прочитали кучу, да понятно, что ничего не понятно. Для меня лично. Я такие безликие наборы вот этих географических перечислений их терпеть не могу. Ну, я так шутя. Возможно, вам это понравится. Итак, наш великий первый вопрос на тесте CLPIP на разделе Reading. Which province is on the Pacific Ocean? У нас будет multiple choice. Вот. Всегда смотрите, слева текст, справа multiple choice. Там, где длинненькие будут текстики, можно прокручивать полосочкой чуть-чуть тут и тут. На вот этом пробном тесте, практическом, бесплатном, можно возвращаться назад, вперед, назад, на реальном никаких назад. Можно вперед, но смысла вперед нет, потому что кликать, потому что вы не сможете вернуться назад. Лучше уж посидеть до конца. Здесь будет у нас таймер на каждую секцию, например, 10 минут на чтение определенного текста и... Ответы на вопросы. Здесь у нас none, потому что великая минутка, которая давалась на вот этот шедевр, закончилась, пока я тут разглагольствовал, ну ничего страшного. Итак, какая же провинция находится на Тихом нашем пацифистическом океане? Да? Ну здесь, я думаю, ответить не тяжело, потому что этот, слава богу, Pacific Ocean употребляется один раз. Может быть подвох, будьте внимательны. Вы понимаете, не подвох не в плане английского,
что страшное слово какое-то, а в плане перестановки каких-то данных, чтобы вас запутать. Но здесь подвоха нет, смотрите. Off the west coast of British Columbia is the Pacific Ocean. От западного берега Британской Колумбии находится океан. Значит, она на нем есть, раз он от нее находится. Специально же такие предложения пишут, видите, шиворот на выворот. В общем, British Columbia, я думаю, мы оставим. Ну и на вот British Columbia, Nova Scotia, Prince Edward Island. Вот. British Columbia, ну и слава богу. Тут можно посмотреть правильные ответики. Нажимаем тут Answer Key, вам не видно. Вот, видите, правильно. Это я его когда-то проходил один разок, видите, правильно поотвечал. Если было неправильно, здесь бы был красный крестик. British Columbia, прекрасно. Так, как нам вернуться? Мамочки, как нам вернуться? Сейчас. Next. Next. А, ну, сейчас нажмем Next. Нет, это нам не годится. Сейчас мы попробуем в браузере вернуться назад. Так тоже работает, по-моему. Или не очень работает, да? О, слава богу, работает. Окей. Итак, теперь, друзья, это была наша разминочка. Я думаю, вы угадали вместе со мной, что British Columbia, ничего тут такого особого нет. Теперь, сейчас почитаем мы с вами имейл от подружки к подружке. Вот. Как художник к художнику. Смотрите, это демонстрирует нам, что можно вниз-вверх. Хорошо. Вот наш текстик, наши ответики. Сколько, вернее, вопросики. Сколько наших... Здесь, видите, вставлены, как сказать, я когда-то проходил, и оно позапоминало, и нужно или кэш чистить в браузере, не знаю, но тут не обращайте внимания. То есть, ну, я вам покажу принцип, у вас может быть свое мнение, поэтому мы знакомимся, нам не важно, что здесь написано, я вам буду показывать эти списочки, и поэтому эти multiple choice и drop-down list, и вы решите, нравится вам этот вариант или нет. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вопросиков ваш за 10 минут. Нам нужно прочитать текст и ответить, как в IELTS напоминает. Соответственно, у нас с вами 2-3 стратегии. Это надо уже определиться лично вам. Или с репетитором, или самому, или самой. Есть ребята, у которых уровень английского довольно высокий, реально высокий. К тому же, допустим, там с репетитором он чуть-чуть попрактиковался, он знает, что он спокойно прочитает вот эту штуку, и за оставшихся там, я не знаю, там 7 минут или что-то, спокойно ответит, зевая на вот эти вопросы. Естественно, те ребята, у которых уровень английского не такой высокий, им такая стратегия не очень нравится, потому что они говорят, что пока я вот это буду читать, у меня останется потом 1 минута на вот это все, и в общем... Я с вами согласен. В таком случае, опять-таки, берем добрую айлтсовскую стратегию, которую можно на две подстратегии. Стратегия номер один. Не смотря сразу сюда, не пугаясь, просматриваем вопросики. Здесь у нас вот это же будет пусто. Вот. Просмотрели вопросики. Ну, секундочек, ну, я не знаю, там 30, да, вот просмотрели. Потом читаем текстик и отвечаем. Слава богу, вопросики следуют, соответствуют порядку информации в тексте. Это очень... Они нам подарок сделали. Не надо особо скакать. По крайней мере, они так заявляют. Вроде похоже. Как валится. И, наконец, третий способ. Это просматриваем вот это. Секундочек за 40. 30-40. Так, знаете, как называется скимминг. Да? Как снимаем сливки, так сказать. Ну, снимаем верхнюю часть. Просматриваем. Этому тоже нужно потренироваться. Не вникая. Потому что есть тогда опасность углубиться, зачитаться. И опять-таки вы потеряетесь во времени. Это таймерчик наш. Не дай бог, чтобы вы о нем забыли. Будет проблема. Если у вас уровень английского не очень высокий. Читаем себе. Просмотрели 30-40 секундочек. Потом вопросики просмотрели 30-40 секундочек. А потом, опять-таки, прочитали первый вопрос. Maria's mother is now in... Ну, ваш разум будет уже немножечко... Помните, смотрите, my mom... Ля-ля-ля, что-то, скорее всего, где-то оно тут будет, этот ответик, потому что вот, my mom. Мамочка, значит, mother, где-то мамочка затерялась. In a few weeks, Maria's son Marco will start a new job. Ну, start a new job не будет. Марко, вот тут пошло про Марко, что-то тут Марко вытворяет. Итак, три основных стратегии. Я вам скажу, четвертая, ну, я не знаю, что тут можно выдумать. На этом сайте вы можете попрактиковаться, официальный сайт selpip.ca. То есть канадский сайт, практикуйтесь хоть и 100 раз, а не с удовольствием, у вас будет классное понятие об уровне языка. Возможно, вы сможете сделать определенные выводы о специфике вопросиков, конечно. Ну, вы понимаете, с репетитором настоящим, естественно,
это намного-намного все проще и круче делать, чем самому, но это уже решать, конечно, вам. Итак, давайте читать. Давайте прочитаем вслух вопросы сначала. Представить, что вы не видите этого, трудно, конечно, но я ничего не могу с этим сделать, пускай будет. Не хочет оно очищаться, хоть ты его, хоть тресни тут. Итак, читаем. Maria's mother is now. In a few weeks, Maria's son Marco will. Marco is feeling. Marco's employers are. Maria and Jack are worried about. Mia and Maria. Так, еще дальше идут, посмотрите. Here is a response to the message. А вот ответ на нашу мисагу. Complete the response by filling in the blank. Select the best choice for each blank from the drop-down menu. Ну, как и в других тестах, ничего такого оригинального. Hi, Maria. This is such wonderful news. Count us in. We would hate to miss. Тут с точечками, конечно, тоже. Это, конечно, чудо природы. Номер 7. Да, тут это понятно. Точечка стоит. Если вы, ты нервничаешь, то такое ощущение, что здесь конец предложения. Да, а тут еще одна точечка. Ну что ж, придется с этим смириться. We leave. Ля-ля-ля. At 6 a.m. Saturday morning. We'll be there by early afternoon. That way, if you need any help setting up the... You'll have some extra help. Cindy is great with decorations. Also, we want to give Marco a graduation gift. Initially, we thought about a sofa for his Vancouver apartment, but I guess that... Do you have any suggestions? Does he have everything he needs for the winter clothes, perhaps? Let me know and see you on Saturday. Love, Mia. Okay. Ну, это вы глазками типа просмотрели. Окей, ну что, теперь поехали. Значит, давайте так, прочитаем первый абзац. Maria's mother is now. Прочитаем первый абзац и вместе решим, у нас есть ответ тут или нет. Hi Mia, I'm sorry for taking so long to reply to your email. As you know, I've been very busy this summer with Marco's university graduation and my family's visit from Chile. The graduation ceremony was great. Тоже, конечно, у них чуть-чуть вот между рядочками плотновато, да, если человек волнуется, то ну, сплывается все в одну. Too bad you guys couldn't make it, but we understand it's a bit of a drive from Calgary. You are truly missed. My mom remembers you well from when we were kids. After the celebrations, we took the family sightseeing here in Vancouver. They loved it. They left yesterday for Victoria and will catch a plane back home from there in 3 days. Mm-hmm. Okay, the first paragraph. Maria's mother now. Я здесь, по-моему, ошибочку сделал, представляете? Почему? Потому что... Я особо тогда не всматривался, ради интереса знакомился когда с этим текстом, то... Ой, с этим вообще и тестом, и текстом, то... Я себе спокойно посмотрел, что mother... Вон, mom, yeah, да? We took the family sightseeing here in Vancouver. Да, вот я увидел, что мы взяли свою семью, да, на, в Ванкувере. Вот. Но я же думал, что мама в Ванкувере, потому что она говорит, моя мама помнит вас хорошо, и мы взяли ля-ля-ля-ля. Вот, и я выбрал Ванкувер, а оно не в Ванкувере. Почему? Давайте посмотрим внимательно. They left yesterday for Victoria. Вчера они уехали в Викторию. And will catch a plane back home. И возьмут самолетик назад домой через 3 дня. Соответственно, сейчас-то мама в Виктории. Да. Вчера они уехали в Викторию. Хотя тоже, конечно, я вам хочу сказать, уж если придираться, то, что они вчера уехали в Викторию, это же не значит, что они туда доехали. Ну ладно. Так что бывает, привыкайте к тому, что на этих тестах вот таки зачастую дело не в английском языке, а в том, что вас немножечко стараются запутать, чтобы вы не расслаблялись. В общем, первый, допустим, вопросик мы с вами ответили. Поехали второй. In a few weeks Maria's son Marco will. Здесь про Марко не было? Не было. Значит, давайте читаем. Здесь будет Марко. Just when we thought... А может и третий, да? Marco is feeling. Да бог его знает, посмотрим. Just when we thought things would slow down, Marco broke the news that he had accepted a job offer in Tokyo. Угу. Ну, по ходу дела мы с вами читаем. Марко, значит, всех тут удивил, что ему из Токио предложение по работе. He lives at the end of the month. He was invited to work at a top engineering firm that specializes in rebuilding cities after large disasters. Ого, видите, серьезно, это восстанавливает города после разрушений. Needless to say, Marco is very excited about it. The firm has been really active in the reconstruction efforts following the 2011 earthquake in Japan, and it's a great first step into his career, not to mention the opportunity to experience a new culture and learn a new language. He's a little apprehensive. Красиво, здесь начинают вас проверять на... На это самое. Начинают вас проверять на словечечки. Потому что вы понимаете, да, если у вас вот apprehensive, многие из вас
типа Чавока Воку. He's a little apprehensive about communicating in Japanese, but the firm has a translator and a tutor to help him. В этом случае, сейчас мы с вами рассмотрим, даже если вы не знаете apprehensive, можно по контексту допетрить. Итак, in a few weeks Maria San Marco will. Через парочку недель Мариан Сан Марко, что он сделает? Так, давайте посмотрим. Марко broke the news that... Ой, I'm sorry, надо же это самое. Так, Марко will graduate from university. Марко will visit his family in Japan. Марко will start a new job. Марко will visit Mia and her family. Как всегда, у нас в любом наборе есть такие более свирепые отвлекатели и менее свирепые. То есть такие завуалированные, более хитрые. Да, есть глупые, такие выпирающие на полквартала. Ну, так и здесь, например, visit Mia. Че он visit Mia? Тут ничего, куда он? Никого он тут Mia никакую не собирался visit. Предположим, мы ищем. В этих тестах, подобно как TOEFL, да и IELTS, здесь всегда конкретно в каком-то предложении ответ конкретно на вот этот вопрос. Естественно, перефразирован, но он есть. Это не inference question, что вы прочитали весь, допустим, текст, и вас спрашивают, как вы считаете, автор этим текстом хочет там что-то там подчеркнуть, да, или что-то в таком духе. Нет, автор тут ничего подчеркнуть не хочет. Мы конкретно находим ответы на вопросы. Примитивно и нудно. Итак, что у нас тут наш, значит, Марко, что он там начнет? Смотрите, мы пишем, что он принял предложение по работе. Graduate не годится, потому что Марко у нас тут, вон, I've been very busy this summer. Я была очень занята этим летом с градуацией нашего Марко. То есть, уже это произошло. Его выпускной. Соответственно, graduate не получится. Visit his family in Japan. Ну, здесь, понимаете, у Марко еще нету family своей в Japan. У него, он живет с мамой и с папой, но собирается скоро уезжать. Поэтому visit him. Start a new job, возможно. Visit me and her family. Посетит Мия и ее семью, тоже нет. В общем, здесь start a new job. Почему? Потому что, вон, смотрите, he leaves at the end of the month. Это одна часть ответа. И вторая же вот эта, he had accepted. В общем, вот так вот, смотрите. Он принял предложение по работе из Токио. Он уезжает в конце месяца. Конкретный ответ. Он начнет новую работу. Да, немножко перефразировано, но что ж ты делаешь? Давайте посмотрим, может, у нас третий заодно есть. Marco is feeling. Как Марко чувствует? Вот это вопросик. Потом, смотрите, Marco employers are specialists in town reconstruction. Кстати, это тоже здесь у нас может быть. Да, у нас и 3, и 4 тут будет. Marco чувствует unsure about the job, неуверенным насчет работы. Да не было тут такого. Тут конкретно он уезжает, вот не было, что он не уверен. Happy about leaving his parents. Тоже не было, что он счастлив от мамочки наконец-то оторваться. Ну, тоже не было этого. Nervous about speaking Japanese. Нервничает он насчет японского. Sad about moving to Japan. Расстроенный, что ему нужно уезжать. Нет, не расстроенный. Тут ничего этого нет. Почему я выбрал nervous about speaking Japanese? Потому что я понимаю слово apprehensive. He's a little apprehensive about communicating in Japanese. Он немножко apprehensive. Очень сложно перевести. Ну, очень взволнованно, нервно, обеспокоенно насчет общения своего на японском. То есть тут конкретно ответ дается. Тут даже... Тут и не сильно перефразировано. Marco's employers are, работодатели Марко, not supportive of his inexperience, красиво уже начинают заворачивать, не очень как бы хотят поддержать его в его неопытности, doing little for Marco's adaptation, делают мало для его адаптации, какие негодяи, they are specialists in town reconstruction, ну вы понимаете, оно здесь торчит, на inexperienced with disasters, это глупый отвлекатель, неопытные насчет разрушений, ну, этих природных катаклизмов. Тут конкретно написано. At a top engineering firm that specializes in rebuilding cities after large disasters. Одно и то же. Specialist in town reconstruction. Top engineering firm that specializes rebuilding cities, town reconstruction. Rebuilding cities, town reconstruction. Неопытный это наоборот, как вы понимаете, что это глупости, так что все нормально здесь. Номер 3. Maria and Jack are worried about Marco's lack of life experience. Вроде бы тут еще не было, да, Maria и Jack, как они чувствуют насчет вроде не было. Давайте, значит, посмотрим следующее. Marco is over the moon, but Jack and I are having a tougher time with it. We think he's so young to be so far away, but we know it's for the best.
Just the other day, Jack and I were talking about that trip all of us took to Disneyland when the kids were little. Do you remember that? It's been 20 years. Time flies, doesn't it? Well, get prepared, Cindy's next. Готовься, Синди следующая. Ну, я так понимаю, это и Марии. Ой, Мия растет, дочка Синди, которая, наверное, там на годик-два младше Марку, и она тоже уже растет и заканчивает скоро свой универ, и тоже куда-то сдрыснет. Окей, смотрим, значит, здесь у нас. Maria and Jack are worried about. Мария и Джек, родители Марко, обеспокоены о чем? Marco been in an earthquake. Бред, рябой, конячки, да? Марко, что он там насчет землетрясения? Ну, нету тут об этом. Marco not speaking language. Можно пойматься, можно. Потому что, типа, он волновался тут, и они тут тоже что-то волнуются, можно. Ну, подождите еще. Never seen Marco again. Никогда не увидит больше Марко. Здесь об этом не было. Что никогда больше. Согласитесь, то, что он поедет на работу, это же не означает, что он никогда не приедет к родителям в гости. Marco's lack of life experience. Марко, значит, недостаток его жизненного опыта. Ну, я это выбрал. Давайте решим, что тут выбрать. Значит, tougher time. У нас, ну, Марко-то счастлив, но вот мы, у нас не так все просто. We think he's so young to be so far away. Он такой молоденький, чтобы так далеко, это самое, быть от нас. Но мы знаем, что это к лучшему. Так, на всякий случай, краем глаза я здесь. Нет, тут этого уже, видите, оно пошло. We are planning a farewell party. Это другое, тут уже все, закончилось про переживания, то есть они здесь. Из всех вот этих, посмотрите, он такой молоденький, чтобы так вот это далеко ехать. Вот он, недостаток, нехватка жизненного опыта. Насчет языка нет, землетрясение глупости, never seen Marco again, ну такие умеренные глупости. То есть вот, более так чуть-чуть перекручено, ну, что ж ты сделаешь, ну, бывает. Окей, Mia and Maria are old friends. Так, Mia and Maria are neighbors, cousins, co-workers, old friends. Давайте дочитаем. In any event, we are planning a farewell party for friends next weekend, and Marco cannot imagine not having you, Jason and Cindy there. Марко не может представить, чтобы не пришли, значит, на эту farewell party ты, Джейсон и Синди. The party will be at his apartment. Значит, Марко уже живет сам в апартменте. He really does not want to leave without saying goodbye to you all. We hope you can make it. After all, we haven't seen you since last Christmas. Let me know, so I can get the rooms ready. You will be in touch. Love, Maria. Тут приготовление к вот этой farewell party, уезжательной вечеринке Марко, на которой он хочет видеть вот эту же семью. Итак, ну согласитесь, ну где тут соседи, если бы не были соседями, да, ну вряд ли бы тут были такие приготовления для них комнат и так далее. Кузены эти, не было тут ничего про кузенов, ну не. Коллеги, тоже ничего не было, значит остаются у нас дружбаны, old friends. На все стороны равны, да. Это такой тоже, можно сказать, inference, да, в принципе. Нам надо инференцию сделать, то есть понять, что... Тут же не написано, что Dear Maria, you are my best friend from childhood, да? Если я не забыл. Могу и забыть, я, как всегда, затурканный уже, но вряд ли, да? В общем, вот эту. Потому что остальные не подходят, вы понимаете. Иногда мы уверены сразу же в выборе, то есть оно светится аж... как прожектор перестройки. А бывает, нам приходится с вами идти путем отбрасывания глупостей. Окей. Итак, остается у нас еще вот эта штучка. Значит, нам Мия отвечает. Мы его уже прочитали. Вот, и нам читать вот это уже не надо. Итак. This is such wonderful news. Okay. Count us in. Типа, посчитай нас, мы будем. We would hate to miss... Ну, the leaving party, the graduation, the trip, the flight. Graduation у Марка уже ж был, отпадает. Путешествие. Miss the trip. Ну куда trip? Никуда они не путешествуют. The flight, полет, тем более тоже. Значит, leaving party. Тем более, что... Где у нас тут? Farewell party, leaving party. We leave. Мы покинем. Vancouver, Victoria, Chile, Calgary. сейчас, где у нас это Calgary? О боже. Вот оно, да? Ну, не чилишь, конечно. Вот. We understand, it's a bit of a drive from Calgary. Ну, вам же с Calgary придется к нам конкретно проехаться. Соответственно, мы покинем Calgary в 6 утра. Ну, вот. И приедем к вам после обеда. Все нормально тут, ну,
даже не будем и тратить разум на эту фигню. We'll be there by early afternoon. Okay, that way, if you need any help setting up there, trip party move graduation. Опять то же самое почти. Trip party move graduation. Graduation, помните, ну, отпадает. Trip. Setting up the trip. Причем тут вам надо помощь в организации путешествия. Ну, какого путешествия? Переезда и вечеринки. Ну, вечеринки. Здесь речь везде идет про вечеринку. You'll have some extra help. Cindy is great with decorations, okay. Also, we want to give Marco a graduation gift. Ну, хорошо. Initially, we thought about a sofa. Изначально мы думали Марку диванчик подарить for his Vancouver apartment. But I guess that... Ну, я так полагаю, he can't use that now. It's too big for the apartment. It's too expensive for us. He would prefer a bed. Он предпочел бы кроватку. Да вряд ли молодой человек бы предпочел какую-то скучную кроватку конкретному сильному раскладному диванчику. В общем, не было тут ничего про кроватку. It's too expensive, слишком дорого. Ну, нету про это. It's too big, слишком большой диванчик для его квартиры. Тоже нету. А вот he can't use that now. Он не может сейчас это использовать. Это конференция наша, мы поняли, что раз он уезжает в Японию, то он не сможет пользоваться диванчиком. Зачем тогда его и дарить? Do you have any suggestions? Does he have everything he needs for the... У него все есть, что ему надо для... Graduation, опять со своей graduation, уже было у него раньше. Vancouver apartment. У него все есть для его квартиры. Нет, только золотых статуй еще не хватает. Visit to Disneyland. Мощнейший отвлекатель. Они надеются, что, видите, кто-то с более-менее начальным уровнем английского. Где-то у нас был тут Disneyland, да? А, вот. И он на нервной почве. И он на нервной почве, значит, отправит Марко в Диснейленд. Значит, move to Tokyo. Так как Марко собирается переезжать и работать в Токио, то... Ну вот. Winter clothes, perhaps. Зимнюю одежду. Let me know and see you on Saturday. Love, Mia. Окей, друзья, вот такая у нас мирная, безобидная первая часть чтения, reading, на тесте CELPIP. Безусловно, как я уже упоминал, на реальном тесте может быть текстик пожестче, но я не думаю, что первый текст, вот этот из крупных, сразу будет такой страшный, что вы там ничего не угадаете. Нормально, сам ничего такого, в принципе, я не вижу сложнее, чем IELTS или TOEFL или Duolingo. Особенно TOEFL, например, там более академические тексты все-таки, про всяких кракозяберов, животных, какую-то там философию, политологию, историю, ядерную физику, химию. Да, здесь вот эти вот... Они так и заявляют. CELPIP, это они акцент делают не на академизме, а на ежедневном общении. Поэтому здесь много будет имейлов всяких, живого такого общения. Это классно. Ну, согласитесь, да. Многим не нравится вчитываться и находить ответ там, какая длина какого-то седьмого коленца у ножки у кузнечика после вегетации и так далее. Ну, здесь у нас все намного проще. Окей, друзья. Если вам нужна помощь в подготовке к тесту CELPIP, обращайтесь. Я уже, ну, чувствую, вижу этот тест, ничего тут такого, страшного нету. Эти тесты, в отличие от Duolingo, понимаете, вот эти IELTS, TOEFL и CELPIP, они требуют немножко больше времени, чтобы вы повысили свои баллы. В Duolingo можно с помощью диких, тысячекратных в день повторений реальных заданий, вот чисто методом вот такого биения головой об стенку, повысить балл. Здесь нужно, материалов мало, видите, задания такие, в общем, не так это просто, как кажется, поэтому не оставляйте эту подготовку на, за 3 дня до теста, иначе будет ой-ой-ой, не получится, будете сдавать этот CELPIP до посинения. Окей, друзья, если нужна помощь, обращайтесь. Мои контакты в описании видео всегда есть и на экране есть. Я отвечаю всем. Посещайте мои сайты. Там, если не открывается, пользуйтесь VPN. Желаю вам успеха. Встретимся в нашем следующем урочке.